Новый спортивный комплекс «Территория тенниса», расположенный около стадиона «Металлург», посетили глава Ленинского городского округа Алексей Спасский и президент торгово-промышленной палаты Московской области Денис Французов. Почетным гостям показали новый объект, благодаря которому жители муниципалитета смогут заниматься большим теннисом. Я сам этим увлекаюсь, мне нравится этот вид спорта, и это то, что сейчас находится в Ленинском районе в дефиците. С учетом того, что мы уже построили, если будем воспитывать новых спортсменов, я надеюсь, этот дефицит мы закрыли. Теннис входит в топ-5 самых популярных видов спорта в мире. Благодаря успехам российских теннисистов появляется все больше желающих взять в руки ракетку. Во время игры активно задействуются все группы мышц, развивается координация, гибкость и ловкость. Учитывая, что индустрия спорта, спортивных объектов очень развита, приходилось посещать много, я хочу сказать, что это один из самых современных объектов. И начиная с входной группы и заканчивая, конечно, качеством тех кортов, которые для спортсменов наиболее важный аспект при выборе площадки, где заниматься. Спортивный комплекс распахнул свои двери в последние дни 2021 года, и уже сейчас здесь занимается около 250 человек. Для удобства посетителей – раздевалки, душевые и камеры хранения. Самое главное – 5 кортов с уникальным покрытием на площади 4000 квадратных метров. Уже сейчас сформирована тренерская профессиональная команда. Сейчас во время экскурсии, когда мы осматривали, в том числе не доведенные до конца еще помещения, было посмотреть, знаете, реализованный проект с возможностью, использования с точки зрения муниципалитета. Вот наши спортсмены давно задают нам вопрос о том, что на «Металлурге», допустим, есть куски земли, куда можно поставить такой же тент. Может быть, не такой большой, но тем не менее позволит играть в футбол там, или еще какие-то виды спорта. К осени территория тенниса заработает в полную силу. Здесь появится небольшой фитнес-зал и зона для отдыха. Пиковая нагрузка составит около 3000 человек в месяц. Дмитрий Книга, Сергей Ларин, Екатерина Давлятова, «Видное ТВ».